Get ugly. Get ugly. Всем привет, вы на канале ArmGamer, меня зовут Армон, и сегодня у нас будет Clash Royale. Ребят, как вы видели в начале ролика, мне выпала легендарная карта из обычного сундука. Да, я знаю, что в это трудно поверить, но так случился. Я, если честно, никогда не верил, что такое вообще вероятно и вообще может быть, но оказывается, вполне себе может. Так что, ребят, у вас тоже есть шанс, для этого вам надо поставить лайк под этим роликом и подписаться на мой канал, ведь всем моим подписчикам, те, кто ставит лайки, выпадет обязательно легендарная карта. Так что обязательно подписывайтесь на канал и ставьте побольше лайков. Сейчас давайте мы будем немножечко смотреть на нашу адскую гончу. Конечно, я не знаю, куда его буду всунуть. Я не знаю вообще, буду ли использовать эту карту или не буду, но скорее всего пока что не буду, хотя вы можете мне в комментариях предложить разные деки с этой колодой. Вот, да, хорошая идея. Предлагайте мне хорошие деки с этой колодой. Вот. И, в принципе, возможно, в скором времени мы будем играть с адской гончей. Это у меня вторая легендарочка. Получается, первая легендарочка у меня шахтер. Ну, а вторая легендарочка адская гонча. В принципе, прикольно. Вообще-то можно какие-то колоды создавать, но буду ждать ваших, ребят, комментов. И, ребят, очень важный момент: в комментариях пишите, пожалуйста, какую игру вы предпочитаете больше, чтобы я снимал, Clash of Clans или Clash Royale. Я вот в последнее время заметил, что что-то вот актив канал очень и очень сильно упал, и в принципе я не знаю сейчас, что делать: снимать побольше Clash of Clans или побольше Clash Royale, ну не знаю. Вот дайте мне какой-то совет в комментариях, буду ждать обязательно ваших отзывов. Ну а сейчас давайте уже приступим к улучшению наших карт. Вот, как видите, у меня еще 7-й левел. Мы сегодня попробуем подняться до 8-го левела. Я очень давно хочу это сделать, но хотел, в принципе, все улучшать вместе с вами. И сейчас, собственно, этим и займемся. Я очень-очень долго мучился и играл на этих аренах с этими картами без улучшения. Вот огненные духи 7-го, гоблины 7-го, разряд 7-го. Вот, в принципе, слабенькие карты получаются. Но, в принципе, ради вас я все это дело терпел. Конечно, немножечко спустился даже, можно сказать. Но, в принципе, это сделал. Ладно, сейчас вот открываем этот сундучок и начинаем, ребят, улучшение. Сейчас мы будем улучшать Хога в первую очередь, потому что Хог у нас довольно-таки крутой юнит, и мне всегда нравился Хог, и сейчас тоже нравится, и я, в принципе, играю, и, возможно, буду использовать практически во всех колодах. Так, огненные духи, ну, огненные духи я начал играть не очень-то давно, в принципе, потому что я вначале не знал, какие они крутые создания, ну, а потом потихонечку уже стал привыкать. Так, сейчас гоблины, наши гоблины сейчас будут 8-го левела, отлично, плюс еще 100 хп к нашему опыту, окей, ну и, конечно же, разряд. Сейчас, если золота мне хватит, мы будем делать какие-то мини-улучшения и попробуем подняться там. Что тут можно, ребят, улучшать? 8000 дням золота остается. Давайте вот зеркало будем улучшать, чтобы наши карты можно было вот нормально плагиатить, да, ну это в разведывательном режиме. Сейчас это зеркало обычно не играю. Вот, ну и сейчас посмотрим, что еще можем прокачать. Ребят, сейчас очень трудно все это дело решать, потому что вот реально вот, ну давайте мини-деку будем качать, почему не только чисто за галочки, из-за того, что довольно-таки часто я использую мини-деку колоду, только еще что-то исчезли из моих колод, и ладно, ничего. Так, гоблины-копейщики, давайте их тоже будем улучшать, почему бы и нет.
А так это у нас получается еще плюс 100 опыта. Отлично. А так 3000 у нас, а золото остается и в принципе еще плюс 30 опыта нам надо, чтобы вот получить базу, ну чтобы накачать и так, чтобы накачать, давайте что-то из эпиков, возможно, у нас тут есть, так, ух ты, без скелетов у меня 3-го левела, я даже не знал об этом, так, скелет тоже скоро станет 3-м, так, давайте, ребята, от доминионов будем улучшать, тут 50 опыта нам будет давать, и, в принципе, это нам хватит, чтобы получать новый уровень, и, в принципе, можно еще разочек там улучшать. Ух ты, 8-й левел! Так, отличненько, немножечко ХП прибавляется к нашим башням, в принципе, добавляется так нехило, башня короля, плюс 240 хитпоинтов и плюс 5 урона, и по башне арены 168 хитпоинтов и плюс 6 урона, довольно-таки неплохо, и плюс, ребят, у нас появился шанс участвовать в турнирах, ребят, я еще никогда не участвовал в турнирах, сейчас они у меня есть доступные, отлично, только я хрен тут знает, что можно делать, только ладно, мы это дело будем во время следующих роликов тестировать, возможно, буду устраивать какие-то турниры, ну, не очень так крупные пока что, ну, а потом уже потихонечку будут все крупнее и крупнее. В принципе, ребят, я тут еще могу орду миньонов улучшать до 8-го левела, но это пока что делать не буду. Почему? Потому что буду ждать ваших советов. Напишите, стоит ли улучшать орду миньонов до 8-го левела или нет. Нет, ну и потом я уже во время следующих роликов посмотрю и вместе будем, в принципе, решать. Ну а сейчас давайте пойдем в атаку, будем делать одну атаку и уже на этом закончим наш сегодняшний ролик. Отлично, 7-й левел нам попадается, ну а мы уже 8-й левел, ну и, конечно, имеем преимущество. А сейчас надо как-то, ой-ой-ой, как-то красивенько действовать. Почему? Потому что из компа играть, ребят, очень-очень трудно. Если вот с телефона можно как-то так, как-то по-крутому, круто, в общем, можно играть, то из телекомпа этого делать не получится. Вот смотрите, вражеский гигант дошел до моей башенки и так нехило покоцал его, окей. Сейчас мое любимое сочетание, это Хок плюс Валька, окей. Сейчас, блин, вот бы сейчас получить разряд, так, разряд, окей, есть разряд, ой, да блин, куда я его выпустил, ну ладно, хотя бы урона не получил на башенку. Сейчас, ребят, нам надо, знаете, как, в чем фишечка этой колоды, надо тут выпускать Вальку, следуем за ним Хога и Шахтеров, и, конечно же, огненных духов, если буду успевать, только надо немножечко обдумать все это дело. Так, выкидываем это все дело сюда, это все дело сюда. И сейчас нам срочно варвары нужны. Варвары. Давайте варвары уже. Ладно, сейчас минус башенка будет у нас, но ничего, контратака вот будет немножечко жестким у нас. Так, Ванька пойдет сейчас за ним. Хок. Так, огненные духи. Ой. Что-то он неправильно поступил. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей, Хок дошел, ребят. Хок дошел. Это, в принципе, отлично. И минус башенка есть. Сейчас уже можно не беспокоиться очень сильно, поскольку у нас тут все уровненько идет. Ну, относительно ровненько. Сейчас только вот гоблины немножечко нам мешать будут, но варвары с ними будут справляться по-быстренькому. Отлично. Есть. Мушкетеры. Ой-ой-ой. Что-то все плохо, ребят. И сейчас контратака, ребят. Давайте вот вы сюда. Варвары.
Есть, варвары есть, сейчас гоблины тоже пойдут у нас в деф. Так, давайте вот так, вот этих. И сейчас, ребят, наше оружие мы будем сейчас использовать шахтера. Так, шахтер. Сейчас хок пойдет, это пойдет, это у нас пойдет. Противник не знал, что у меня есть шахтер, так что у меня небольшое преимущество сейчас перед ним. Так, 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 так. Так, разряд сейчас пойдет. Шахтер, давай, бро! 400 хитпоинтов! Есть, 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 есть. Отлично, так, это вот так, это вот так. Сейчас еще один шахтер пойдет, только, плиз, бро, не выпускай. Так, 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 шахтер, давай, делай свое дело. Разряд, бабах! Ай-яй-яй. Не-н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 е
не очень-то правильно я поступил, но если считать то... О, золотой сундук, прикольно. Если считать то, что я с компа играю немножечко непривычно, то можно считать, что вполне таки нормалек. Ну, я, в принципе, довольно затащил, в принципе, на 3 короны, и, в принципе, то есть хорошо. Ладно, ребят, на этом заканчиваем наш сегодняшний ролик. Обязательно ставьте лайк, если вы хотите побольше рояля, и, конечно же, ставьте лайки, если вы хотите еще больше роликов. Если вот под этим роликом мы быстренько наберем 500 лайков, то сразу же выйдет еще один ролик по Clash Royale. Так что буду нетерпением ждать ваших лайкосиков. А на этом все, спасибо за просмотр. Не забывайте тыкать по роликам, которые вот появились прямо сейчас на ваших экранах, и подписаться на канал. А с вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи и всем пока, ребята!